Всем привет, ребят! Открылся Архи и решил вам быстренько записать видосик. Призывает монстров, отражает урон. Так, архидемон имеет стан молчанию. Имеет восьмой разброс, но нету у него иммунитета к разбросу. Вот так вот. Поэтому сейчас мы сделаем команду с Космо, потестим Космо впервые. Такс, что у нас по Космо получается? Раз, Хотитель 2, Стрелок. Так, Ведьма Тыква. Огника я не знаю, есть смысл выбрать. Сейчас посмотрю, что там по героям. У нас еще есть такое интересное. Давайте Фрейю возьмем, наверное. Имку не знаю, нету смысла, она все равно урон не увеличит нам. Так, поехали. Так, ставим так, сюда ставим и ангела, а этого дракончика. Так, ну тут у нас надо поменять. Мы на архи тестируем. Конечно, жалко победный сливать, но все равно думаю, на атаке фортов нам хватит и так урона. Да блин, дайте нормальный талант уже. Ну отлично, пиромах есть. Так, первый наш герой собран, поехали дальше. Укротитель второй, на укрота поставим Шиару, чтобы он не набирал. Так, два, стрелок у нас вот такой вот будет. 3 джбокса поставим. Фрейка. Так, нет, она Фрейка нужна. Вот это. Фрейя 4. Так. Ведьма. И тыковка 6. Так. В принципе, все. Пробуем. Поехали. Так, убираем отсюда эту фрейю, ставим немножко другую. Стартуем сразу с нового героя. Выпускаем всех. По идее, нам сейчас должно хватить заряда, чтобы он не включился. Я показывал вам уже не один раз, что сам по себе герой дает вечную блочку, скажем так. Ну и тут плюс архи у нас, хотя он может включиться, тут 50 на 50 как сейчас зайдет в конце, в итоге.
Сейчас, может, не, нормально, нормально, успели. Ну, в общем, смотрим. То есть такой вот вариант блокировки. Возможно, даже этого героя не надо. Можно поставить того же самого Огника. Без проблем, он не будет все равно заряжаться у вас. Это как вариант для тех, у кого там нету прокачанных каких-то героев, и он сомневается в набитии. Ну, этого можно бить и без Космо. Но, как видите, Космо полностью нейтрализирует. Вообще без вариантов. Ну, правда, вот я смотрю, не знаю, или мы идем на топ с ним. Но в любом случае мы должны 4 набить, как минимум. Да, не дотягиваем. Немножко нам не хватит. Надо пробовать агрить на тыковку. Возможно, и зря слили. Вот видите, не хватает. И включился. Вот так вот. Так, 4 у нас есть. То есть, в принципе, на архи можно использовать как вариант. Так, поехали, ставим нашего Огника любимого. Пробуем вариант с Огником. У меня где-то был этот архи уже. Можете поискать по этим. Так, тут мы на Огника поставим. Дракончика. Пробуем такой вот вариант. Ну, опять же, тоже может включиться. То есть, все очень рандомно. Еще один заходик попробуем с химкой. Вот видите, сейчас он сразу включился. Ну, вроде нас пронесло. Не успели мы быстро разогнаться. Но мы сейчас можем слиться и так. Отхила у меня нет. Ну, 40 секунд. Самое главное, не дать ему включиться. Только он включится, все. Считайте, мы слились. Так, он меня сейчас просто ушатает кого-то. А, в принципе, он... Непонятно, на ком заагрен. На Фрейе. Непонятно, в общем. Ну вот, все слились. Вот вам рандомчик. Так, надо поставить на кого-то. То есть, как видите, там я 100% набил 4. Тут уже у меня рандом. Давайте поставим. Так, 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 так. Томцы. Такой вот вариант сделаем. Поехали.
Я и включился, сейчас сольются. Да, вот видите, тоже опасно. Надо и разброс ставить. Давайте попробуем заагрить на тыковку. Хотя надо было раньше тогда стрелка выпустить. Сейчас опять сольемся. Тоже не успеваете его застанете. Сливаетесь. Так, ну у меня еще карты есть. Оставляем такой же состав. Поехали. Немножко по-другому сделаем. Выпустим стрелка. Опять тыква. Нет, тут успели. То есть у нас самолетик орнитоптер забрал энергию. Но опять же, это все, ребят, рандомно. Можно просто новых некоримку поставить и не париться и выпустить всех. Но сейчас разгончик хуже, чем первый раз наш был. Вроде как первый раз получше было. В любом случае сюда надо брать Шиару однозначно и дракона. Вот видите, включился. Все, и слились сразу же. Вот так вот. Давайте попробуем другой вариант. Поставим на огника. Просто разброс, чтобы он не дал включиться. Конечно, я быстро всех выпустил. Ай! Не успели. Все-таки успели. Сейчас посмотрим, как будет с разбросом. Смотрим на секунды. Быстрее там было за 45 секунд мы убивали. Вот видите, опять включился. То есть есть рандомчик и... Все-таки надо тайминг соблюдать. Давайте вместо огника обратно вернем вот такой вот вариант. Еще разок для теста. То есть для бездоната это реально будет офигеннейший вариант. Именно вот этот. Вы себе вот так раз выкинули и выкинули всех. И все, и не паритесь. Единственный тут вариант, проблемно, что может быть, это между переходами. Вот это все. То есть переход на следующего архи. А так... Все время. Ну, конечно, надо 12 скилл качнуть. Ну, я думаю, некоторые без доната скоро смогут это сделать. В принципе, сейчас ко мне начали больше давать. В ближайшем будущем это реально. Но этого героя стоит качать. Он нереально крут. То есть, если там есть немножко рандома, то здесь у вас только рандом в том, что переходит архидемон после того, как вы его убили. Но, опять же, смотрите, сколько тут по времени. Хотя, в принципе, где-то приблизительно так же идем. Плюс-минус. Мне нравится. Этот герой все больше и больше. Реально стоит его качать и в него вливать ресурсы.
То есть он дает вам стабильность на протяжении, скажем так, 3 минут. Единственное, это переход. А там, как видели, он включался периодически. Ну, опять же, это все зависит от рандома. То есть плюс-минус получается, я теряю немножко, даже не немножко, а нормально теряю времени, но зато я набиваю стабильно там 4, допустим, 4,5, ну как пойдет, ну, где-то 4,5 набивается таким составом. Надо будет химку поставить сюда, потестить, либо сердцеедку, у нее разброс, она точно не даст включиться уже. Вот видите, опять на четвертому включился. Как-то вот так вот. Такой же урон, что ли. Вот так вот. Надо будет потестировать другие составы. Но, как видите, этот герой действительно очень и очень хорош. То есть Космо есть смысл качать, использовать. Действительно достойнейший герой. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.